Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем тему оплеты. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим следующие темы. Разработка Java-оплетов, создание оплетов в NetBeans, создание HTML страницы. Java-приложения, работающие под управлением браузера, называются оплетами. Любой оплет является наследником абстрактного класса JavaApplet, например, public class myApplet extended applet. Значит, создание оплета в NetBeans. Выбрать пункт меню «Файл New Project». Далее выбираем Java, Java Class Library и нажать кнопку Next. Создание оплета. Далее мы здесь указываем имя проекта и нажимаем кнопку Finish. Остальные папки пока не стоит трогать, только написать имя проекта. В результате этих действий появится пустой проект с указанным именем. Далее необходимо создать новый класс, для чего щелкнуть правой кнопкой по области Source, Page, Default Page, значит, по умолчанию дерева проекта, и в появившемся меню выбрать пункт New Class. Значит, далее у нас создается оплет. Значит, здесь оплет начинается двумя строками, которые импортируют все пакеты иерархии Java Applet и Java VT. Далее в нашем примере присутствует метод paint. При вызове этого метода ему передается аргумент, содержащий ссылку на объект класса graphics. Последний используется для прорисовки нашего оплета. С помощью метода drawString, вызываемого с этим объектом типа graphics, позиция экрана 70 выводится строка with is good. Далее необходимо создать HTML страницу, для чего щелкнуть правой кнопкой по области source page, default page, значит, по умолчанию дерево проекта, и в появившемся меню выбрать пункт New Other. Значит, он имеет следующий вид. Далее в пункте Other выбрать HTML файл и нажать на кнопку Next. Далее здесь мы указываем можно имя файла, индекс и нажать кнопку Finish. Там может быть индекс 1, индекс 2, либо также оставить. Если вы будете создавать несколько, то, конечно, их лучше нумеровать. Вот здесь приведен, значит, HTML-код. Мы его записываем в обычном блокноте. Здесь он будет ссылаться на класс-объект. Значит, будет считывать его с Java. Далее, значит, откомпилировать проект, но не запускать. Для этого нужно перейти в каталог имя проекта build class, запустить файл index.html. Значит, результат работы оплета имеет следующий вид. Значит, браузер он будет выглядеть таким образом. JavaApplet же разработан для функционирования в сети и выполняется как часть страницы 3W, поэтому не относится как к исполняемому содержимому. Хотя они и встраиваются в страницы 3W, подобно стандартному содержимому, созданному с использованием HTML. На самом-то деле это программа, которая запускается и выполняется, позволяет организовать интерактивное взаимодействие с пользователем. Оплеты требуют наличия соответствующего Java браузера, так как они должны загружаться по сети с сервера 3W, по обеспечивающей их работоспособность среду исполнения Java на локальном компьютере. Как уже говорилось раньше, простые Java приложения выполняются с помощью интерпретатора Java, не нуждаясь при этом ни в каком Java браузере. Они подобны обычным исполняемым файлам. Оплеты же выполняются под управлением виртуальной машины Java, встроенный в навигатор 3W. Оплет встраивается в документ HTML и выглядит как окно заранее заданного размера. Он может рисовать в своем окне произвольное изображение или текст. Двоичный файл с использованием кода Java располагается на сервере 3W.
В документ HTML с помощью специального оператора организуется ссылка на этот двоичный файл. Когда пользователь загружает навигатор в документ HTML с апплетом, файл апплета переписывается с сервера 3W на локальный компьютер пользователя. После этого навигатор начинает его выполнение. Поскольку апплеты встраиваются в 3W страницы, их разработка включает в себя несколько новых этапов, которых не было рассмотрено ранее. В цикле редактирования, компиляции, запуска, на котором строится разработка обычных программ. Для создания апплета познакомиться с следующей последовательностью действий. Использование JDK. Создание, ввод и сохранение обычного текстового файла, содержащего код программы, имеющего расширение Java. Использовать можно любой текстовый редактор, позволяющий работать с файлами, имеющими длинные имена, например, Notepad. Создание с помощью того же текстового редактора файла HTML, в котором встраивается созданный апплет. Для этого в него включается следующий тег «апплетфол». Далее «файл апплета» и создается «святая ширина». Далее компиляция исходного Java кода в машинный байтовый код при помощи компилятора Java. В результате трансляции создается файл с расширением класса. Четвертое исполнение приложения. Просмотр файла Hello, допустим, HTML с помощью 3W навигатор, поддерживающий работу апплетов, либо использование программы просмотра апплетов. На этой лекции вы должны ответить на следующие вопросы. Может ли Java Applet работать с файлами на локальном компьютере? Может ли Java Applet выполняться без помощи браузера? Какие есть особенности у технологии Java Web Start? Значит, ответы на контрольные вопросы вы можете написать в форуме. Спасибо за внимание.